С вами Авиа Смуви, и сегодня я хотел поговорить о таком твите, как Саблтлок. Он как бы кастомизирует экран блокировки, как вы хотите. То есть, например, вот если мы сейчас заблокируем наш телефон, то мы увидим, что вот, допустим, вот часы теперь выглядят вот так. Но это не полная настройка, давайте я вам покажу. Допустим, добавим дату. И сейчас вы можете видеть, что теперь еще и справа от вас еще и дата отображается. Но это не заканчиваются настройки. Можем еще добавить секунды. То есть, если мы сейчас включим, то увидим и секунды тоже. Далее, что мы можем сделать, в принципе, тут можно убрать и слайдер. В принципе, я его уже убрал. То есть надпись «разблокировать», она будет просто отсутствовать. Но, опять же, вы сможете разблокировать экран даже без этой надписи. Далее, можно добавить еще и цвет. Я не знаю, зачем это сделали, я вообще не понимаю, что за настройки. То есть, как бы, вы сами разберетесь. Но, тем не менее, они здесь есть. Но вот, как бы, сейчас я вот все прибавил, ничего не есть. Давайте мы сейчас отключим. Здесь мы пару вещей отключим, посмотрим, что же теперь у нас получилось. Ну, как видите, теперь стали часы розовыми, а дата красная. Я не знаю, зачем это сделали, но тем не менее эти настройки здесь есть. Далее, далее мы можем убрать дату, в принципе, я уже показал это. И также мы можем убрать запуск камеры с экрана блокировки. То есть в каком плане? Раньше, как помните, здесь можно было запустить камеру. Теперь это сделать нельзя. Но тем не менее, с Control-центра мы опять же можем запустить камеру, то есть это не проблема. Итак, этот твик не бесплатный, он стоит $1. Репозиторий BigBoss находится. Но также вы можете скачать его бесплатно других репозиториев. Я вам уже показывал, в принципе, в интернете вы можете найти. Если что, я могу даже снять еще раз отдельное видео, более подробно, как это делать. Ну, как вы видите, правда, когда бесплатно вы скачиваете, там могут версии отличаться. То есть, допустим, эта версия 5.1, которую я скачал, более старая, потому что я не считаю, что это довольно-таки нужный твик для меня, поэтому я его не стал вообще покупать. А вот если зайдем в платную версию, то мы увидим, что она здесь версия 5.8. Ну, в принципе, это твик неплохой для тех, кому действительно это очень важно, кастомизировать экран блокировки под себя, но мне, в принципе, нравится родной вариант экрана блокировки, так что для меня это твик как бы параллелен. Но, тем не менее, он есть, вы можете скачать. Это, в принципе, все, что я хотел сказать об этом. В принципе, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.